Всем привет! Сегодня мы будем заливать ангелочком. Новая формочка, новый молд. Вот такая красота мне пришла. Заливать я его буду первый раз, как вы уже поняли. И сделаю я сейчас его, знаете, таким однотонным, светленьким, чтобы вообще понять, какой ангел получается, каким он будет. И затем уже будем глазки выделять ему акрилом. Ну, посмотрим вообще, что там можно будет еще у него выделить. Крылья, может быть, будем тонировать. Ну, все это будет видно, я думаю. Ну, а сейчас нарезаю мыльную основу. Сразу буду нарезать мыльную основу. Ну, для начала, наверное, 100 грамм, я думаю, что хватит. Будет достаточно, даже чуть меньше. Вообще в шоколаде написано, что этот ангел весит где-то 65-70 грамм. Ну, не знаю, как эта мыльная основа поведет себя. Сейчас посмотрим. Потому что мыльная основа, она всегда у разных производителей разная, и вес также разный. Я использую белую. Основа у меня быстрого застывания. Как раз таки ничего проливать, никаких деталей сейчас я не буду. Я буду заливать ангела одним цветом, как вам уже и сказала. А затем буду прорисовывать нужное. Ну, еще, наверное, немножечко. Я думаю, что достаточно, даже может и останется. Все-таки решила ее немножечко убрать. Давайте вот так попробуем. 83 грамма. Растопила мыльную основу. Главное не перегревать основу. Не дать ей закипеть ни в коем случае. Сбрызгиваем формочку спиртом. Сюда я добавляю отдушку, лаванду. Вообще эту отдушку я тоже использую впервые, хотя уже давно ее купила. Очень, кстати, ароматно. И добавляю сюда немного красителя желтого. Сделаем чуть-чуть его таким желтеньким. Нашего ангелочка. Ну вот, по-моему, такой нежный цвет получается. Все, и заливаем. Убираем пузыри. Вот видите, даже немного осталось. Давайте смотреть, какой тут ангелочек получился. Я тут немножко лишнее ножичком убираю и достаем. Достается, кстати, легко. Смотрите, вот такая красота. Очень милый ангел. Очень красивый. Лишнее сейчас обрежу ножичком. Просто прелесть. Смотрите, немножечко я счистила. И вот так выглядит. Все-таки, когда заливаешь, нужно крылышки вот эти вот оставлять место и не проливать, чтобы были вот эти вот прорези под крылья. Так, делаю еще ангелочков. Мне нужно сделать таких ангелов 10 штук для заказа. Мне просто заказывали ангелов. И вот как раз таки вот эти ангелочки у нас пойдут в набор. Вот какая красота.
Очень мне понравилась формочка. Это, кстати, уже третий ангел, который я заливаю. Также заливаю еще вот сердечко. Буду делать наборчик. Смотрите, вот что получилось. И в этот набор еще будет входить надпись. Сейчас вам покажу. Либо это будет выглядеть вот так, либо же вот так. Ну, то есть, как бы, я думаю, что вот этот вариант будет вот в таком цвете лучше смотреться. А уже с вот таким бледно-розовым фоном надписи будет, наверное, смотреться неплохо бледно-розовое сердечко. Сейчас тоже буду заливать дальше. Вот ангелов затем преобразим, придадим им такой красивый вид. Хотя они и так прекрасны, но я думаю, что если акрилом сделать глазки, то будет вообще просто потрясающе. Смотрите, что у меня здесь получается. Вот они, ангелочки. 3, 4, 5, 6 сейчас в заливке. Вот как вариант. Просто решила посмотреть, как будет смотреться. Смотрите, по-моему, очень даже здорово. Вот эти крылья. Вот этот вот малыш. Ангелочек такой получается. По-моему, здорово. Вот, кстати, тоже крылышки сделала. Вот так, если... Ну, это, знаете, такой прям прозрачный вариант. Если его немножечко... Ну, придать ему блеск, по-моему, вообще шикарно смотрится. Ну, эти цветочки, это я просто заливала. Это отдельно. Собирать я буду в коробочках. Сейчас вам покажу. Здесь все под рукой. То есть можно даже сейчас наглядно посмотреть, как это будет выглядеть. Скажем так, прикинем с вами вариант. Сейчас я тут немножечко место освобожу. Просто все задействовано, пространство. Смотрите, ну это примерно будет так вот выглядеть. Так, допустим, сюда ангел. Так, сердце. И надпись. Примерно вот таким образом это будет выглядеть. Вот такая композиция. Ну, можно сверху еще даже бантик добавить. По-моему, здорово будет. Можно надпись другую. Ну, я, собственно, и буду делать разные надписи. Вот такой вариант. Мне кажется, он с желтым сердечком будет лучше смотреться. Сердце тоже будем тонировать немножечко. Вот. И ангелочку придадим живой вид попозже уже тогда. Я вам в конце видео сделаю вставочку, какими ангелы получатся. Так, у меня уже на подходе 10-й ангел. Достаю. Также подготовила в процессе коробочки. Уже наполнителем их наполнила. В общем-то, все элементы, все детали, все подготовлено. Остается теперь только заняться росписью. Но у меня еще осталось здесь мыло немножечко. Я решила залить еще одного ангела. Просто чтобы уже было. Может быть, потом набор дособеру. Пока вот будем вроде как 10 наборов. Должно у меня сейчас получиться. Ну вот, растопила еще мыло. Буквально одну капельку. Еще на одного ангелочка. Отдушку. И все. Это на сегодня финальное мыло. Заливаем. Тут у меня, смотрите, вот сколько уже коробочек с наполнителем. Здесь получилась вот такая красота. Вот такие наборчики.
Видите, какой малыш на крыльях. Ну, а здесь вот сколько всего. Так что сейчас собираю уже и покажу вам, что у меня получится. Все, мои дорогие, упаковала все. Смотрите, какая тут красота. Осталось мне только наклеечки наклеить. Ангела прорисовывала мне дочка. По-моему, получилось очень здорово. Напишите ваше мнение. Так, здесь наклеечка одна наклеена. Остальное сейчас буду наклеивать. Отсвечивает, но сейчас уже ночь за окном, я тут все в процессе творческом. Ну и также здесь еще вот такие наборчики, все-таки решила я золотом покрыть, мне кажется, так лучше смотрится. Вот. Все, мои дорогие, всем отличного настроения, всем пока-пока, увидимся уже скоро в следующем видео. Family gather near, cozy by the fire as the snow.